Ну, вообще, если следить за теми баллами, которые спортсмены получили на турнире в Оберсдорфе, то пока можно именно этот немецкий турнир текущего сезона признать сезоном с одними из наиболее высоких оценок. Вспомним, какие высокие баллы там были в танцах, как мировые рекорды именно в Оберсдорфе в женском фигурном катании установила Алина Загитова. Но и в целом можно сказать, что оберсдорфской публике повезло. Помимо чистейших прокатов были еще и очень высокие баллы. Ну и спортсменам, наверное, тоже в данной ситуации. Будем смотреть дальше, будем следить за Мии Содзаки и Рюча Кихарой. Благо, рассуждения о наличии командного турнира в программе Олимпийских игр становятся все более актуальны с каждым годом. Уже это нововведение игр в Сочи не выглядит какой-то однодневкой, а становится полноценным турниром, и команды все серьезнее с каждой новой Олимпиадой будут относиться к подобному выступлению. В конце концов, это полноценный комплект наград. А вот очень хорошая, интересная тройная подкрутка, исполненная японскими фигуристами, и пускай только на первый уровень сложности они набрали дополнительных факторов, но три оборота сделали полноценные, очень здорово. Вот так вот, пожалуйста, параллельный тройной лутц исполняют далеко не все сильнейшие пары. В общем-то, арбитры очень серьезно его минусуют, но, возможно, кто-то из партнеров подставил вторую ногу. Не будем о судействе, ибо когда подставляют вторую ногу другие спортсмены, не всегда это отмечается. Поэтому оставим на совести судей. Пока посмотрим за каскадом 3-2-2 в исполнении пары спортсменов из страны восходящего солнца. Все, казалось бы, хорошо у японских спортсменов, но, конечно, падать с выброса это было совсем-совсем не обязательно.
А так, в целом, мне кажется, продолжают набирать эти фигуристы, и их результат по итогам короткой программы, который превзошел их же результат в нынешнем сезоне, показанный этими фигуристами на этапе Гран-при в Хельсинки, демонстрирует, что идут в правильном направлении. Японские фигуристы, не будем здесь делать некие скидки на домашний лед и, возможно, благосклонность арбитров, это все разговоры для тех, кто не смотрит, собственно, сами соревнования. С Юхой Сато и Джейсоном Данженом работают фигуристы из Японии. Ну, смотрите, уровень может и первый, а смотрится очень-очень зрелищно. Что-то подобное, ну, правда, на совсем другом уровне исполнения демонстрировала еще в прошлом, наверное, в большей степени в позапрошлом, пара Алены Савченко и Брюно Массо. Высоченная подкрутка, Алена улетала под потолок ледовых катков планеты, но отсутствие дополнительных шагов перед элементом не позволяло фигуристам, которые впоследствии стали олимпийскими чемпионами, получать за этот самый элемент четвертый максимальный уровень сложности. Также и у японцев. Первый, но три оборота сделано. Смотрится хорошо, тепло принимается публикой, и арбитры выставляют положительные оценки, что само по себе уже и неплохо. Вообще интересно, в свете предстоящего олимпийского командного турнира смотреть, как развивают те виды, которые не были никогда в приоритете у национальных федераций, такие страны, к примеру, как Китай и Япония. Китайцы очень серьезно взялись за танцы на льду, но в то же время у них проседает женское одиночное. Японцы серьезно похоже, что все-таки пытаются взяться за пары, хотя оценки пока не позволяют говорить о каком-то прям разительном прогрессе. В то же время у них проседают танцы и проседают опять-таки очень серьезно. То есть за счет имеющихся двух сильных и одного слабого вида ни Японии, ни Китаю пока не светит бороться за медали, хотя, как показывает пример тех же сборных Израиля и Японии,